Всем привет! Сегодня решили мы прогуляться в парке. У меня возле дома очень много парков. Примерно в 15-20 минутах ходьбы у меня где-то 5-6 парков. И вот это я в одном из них. Замечательная погода сегодня. И вот у нас такой вот парк, он вот так выглядит. Сейчас я на карте покажу, чтобы просто иметь представление, насколько он большой. Вот. Тут у нас и пруд есть, и как его, велосипеды всякие, детские, тележки на прокат берут, и кафешки, и ресторанчик, и на лодках катаются, и даже небольшие такие тренажеры есть, и теннисные столы, и теннисные корты есть. Вот, так что здесь всего хватает. Вот, сейчас мы пойдем немножко прогуляемся. И вот мы с собакой со своей гуляем, вон собака моя бегает. Пошли скорее, 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 скорее. Луис, пошли. Вот сейчас прогуляемся немножко по парку. Погода просто замечательная. Потихоньку приходит весна. Это прям заметно. Там вон люди всякие фитнес делают. Типа там вон, боксируются, все дела. Занимаются спортом на свежем воздухе. Вот тут вот теннисные корты, вот они на. Это баскетбольный корт они стоят, а это они на. А вот тут теннисные корты. И еще там в другом месте тоже есть теннисные корты. Бесплатно. Приходи, играй. Ну и только со своими ракетками и мячиками, понятное дело. Вот. Вот эта вот асфальтовая дорожка, она как и беговая. По ней отмечены эти там расстояния. А этот вот, где песчаная, тут эти на лошадях можно ездить. Вот там вот вдалеке мы видим кафешка, ресторанчик, бар. Вот. Столики, можно посидеть, покушать там. В итоге вот собака моя стоит, ждет меня. Вот, так что очень в этом плане удобно ходить в парк, дышать свежим воздухом. Вот. Вот, вот собака вон носится. Луи, иди ко мне. Скорей, 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 скорей. Скорей, 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 скорей. Скорей, 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 скорей. О, сейчас я покажу интересные штуки. Называется какая-то мелодия, а ее изобразили, скажем так, в скульптуре. Вот как выглядит звук. Сейчас подойду, покажу, там что написано. Собаки балуются друг за дружкой, бегают. Вот поэтому красота, условно. Тут вот футбольное поле. Можно, особенно по воскресеньям, выходные дни. Ой, тут народ приходит, играет. Вот, попугаи гады поют. Поют, если так попугайское пение можно назвать. Вот. Балалайки было. Собаки балуются, балуются, балуются собаки. Так, вот сейчас я покажу, что это такое. Скульптуры вот эти, как они называются точно. Вот. Ну вот, скульптура называется. Короче, какие-то звуковые аккорды, вот, а их, вот, написано, октава, что-то 2, 1, 5, 4, что-то 4, 3, что-то такое, вот, и вот они вот так вот интересно, они выглядят, эти скульптуры, вот, грубо говоря, какой-то музыка или мелодия, там, или ноты. Вот, если визуально они как бы, якобы они вот так вот выглядят. Одна вот такая, а другая вот такая. Вот. Вот собака тут моя бегает. Вот. И вот она вот так вот выглядит. Все это дело.
И третья вон там. Вон где люди бегут. Сейчас я покажу ее там. Сто собак. Вот так вот. И вот я говорю, что у меня, я говорю, очень 5-6 парков у меня в шаговой доступности от дома. Любой приходи, каждый парк, ну, по-своему красив, по-своему отличается от каждого. Где-то есть бассейн, вот. А вот эти вот, в этих, как их, вот в этих, вон они, как они называются. Кто себя плохо вел, их это, суд, всякие эти молодежь, вот они это, занимаются общественными работами, чистят парк там и все такое. А вот я интересную фишку, тут можно сделать так, ну, допустим, любой ваш родственник, да, там, или еще кто-то, и вы хотите, чтобы память о нем жила долго, вот, люди делают за свой счет скамейки в парке и ставят, и на скамейке пишут, ну, в память о ком эта скамейка поставлена. И вот, допустим, вот мы если посмотрим, вот видите, надпись «In loving memory of Charles Ronald Carlton». Вот, вот тут написано. То есть в память о Чарльзе Роналде Картланде. Вот, и вот так вот многие-многие скамейки сделаны под, ну, с чем-то им. Вот эти деревья вот будут сейчас по весне, наверное, ближе туда, к маю, цвести. Ой, вообще красиво. Они разные, розовые, синие, белые, желтенькие такие, большие-большие цветы. Я, правда, не знаю, что это за растение. Вот. Надо будет, кстати, в интернете погуглить. Вот тоже опять скамейка. Также вот написано. Вот. In loving memory of Rosemary Worsford. Жена, мать, ну и местный историк. Родилась в 1938, умерла в 2007 году. Вот. Собака моя белая вся. И по уши грязная. Но довольная зато. Ну, солнышко прям пригревает. Скамейка, и опять вот на ней табличка есть. В память о ком-то.